Друзья, при начале просмотра видео я попрошу вас подписаться на один из наших новых каналов. Ссылка в описании. Загляните к нам. У нас много интересных новостей. Трагическая новость, друзья, к нам пришла с самого утра. Уже несколько российских сайтов опубликовали эту новость у себя на сайте. Нам стало известно, что сегодня ночью к дому, где проживает российский актер и телеведущий Иван Ургант, приезжала скорая. Как уже удалось узнать позже от друзей Ивана Урганта, скорую вызывали Ивану, так как ему стало плохо. Он еще с вечера жаловался на головную боль, но не придавал этому значению. Утром его жена вызвала ему скорую, так как ему стало совсем плохо. Врачи его осмотрели, поставили несколько уколов и предложили ему госпитализироваться, на что Иван отказался. Как уверяют друзья Ивана Урганта, это связано с тем, что на телевидении закрыли шоу «Вечерний Ургант». Ивану Урганту больше ничего не предложили, и теперь он остался без работы. Как говорится в сообщении, что вероятнее всего, что на телевидении Ивана Урганта больше не будет. Давайте, друзья, поддержим Ивана Урганта. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Будем надеяться, что в жизни он себя найдет. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал. Нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить выпуск на нашем YouTube-канале. До скорой встречи, друзья. Будьте всегда с нами.